Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня едем к Жене. Везем ему некоторые припасы, которые в прошлый раз не взяли. Еще там кое-что, что забыли. Ставьте лайки, говорит. Тимон, все, тебе не холодно, нигде не дует? Так, и сегодня необычное такое видео, потому что я везу одну очень такую интригующую историю к Жене. Ну, не просто туда к Жене, и Женино мнение посмотреть, потому что он таежник. Не просто таежник, а буровик-таежник. Ну и я хотел бы это мнение как бы у вас спросить. Так что немножко подождем, потерпим, приеду к Женьке, отвезем припасы, и там уже как бы все покажем. Конечно, довольно-таки странное видео, но там есть один момент такой, какой-то необычный. Ну, ладно, это будем потом решать. А сейчас поехали к Женьке? Да. Поехали! Лошадь везет воду. Нет, что лошади едят? Лошади едят сено. Что? Ну, еще зерно кушают. А приветствую. А морковку кушают? Морковку, конечно, кушают. Ты что? И сахар. Хочется морковку. Ну да. Итак, сейчас вам расскажу по нашей погоде. Днем до ноля, это где-то в районе обеда, утром и ближе к вечеру у нас минус 12, а ночью минус 21. Вот такая вот погода. Все, и сегодня еще заедем в Тимофееву избу. Передадим привет Тимофею, он смотрит уже. Ну, не знаю, там не комментирует еще. Будем ждать комментариев Тимофея Александровича. Привет тебе огромный. Сейчас поедем с СП передать. А нет, есть вода. Есть вода. Я думал, они без воды. Замерзла лунка, а так есть вода. Ладно, едем дальше. Поглядим, что да как там, и поедем к Женьке. А, старость не радость, а? А вот и избушка Тимофея. Смотрите, береза сломалась и хочет упасть на избушку. Жуть какая. Туда повернуть. Нифига, прикол какой. Надо поосторожнее быть там. О, дверь почему-то открытая. А почему открытая дверь? Пила стоит. Все на местах. А, не, она не упадет. А почему открытая дверь? Это дерево об дерево. Ага. Кто-то немножко побывал. Да. Такого тут не было, да. Ну ничего.
обокрали. Хотя бы пистолет не обокрали. А иду, да. Ну ладно. Пойдем, Тимон. А где Кутузов? А? Где Кутузов? Кутузов и локатор с Тимофеем же уехали. К брату Тимофея. Вернется или нет? Это интрига большая. Вернется или нет? Тимофей Александрович, передаю тебе огромный привет из твоей избушки. Пока все в порядке. О, что это сама? Ну, этот бардачок, по-моему, это ерунда. Это не мы. Это не мы. Ладно. Да, вроде нормально все. Все, едем дальше. Пойдем. Так, Тимоха вот так делал. Раз. И вот так. Раз. Да. Пойдем там посмотрим наверху, все ли в порядке или нет. Да, все осталось на местах, все в порядке. Туда тоже ходили. А? Туда тоже ходили. Я уже узнала. Нет, это Тимофей сам ходил. Столько дров оставил, топор. Холодильник. Все на месте. О, смотри. Угу. Ладно. Тимош, ну не делай так. Че, поедем, Тим? Поедем? Все, жалко, что твой друг уехал, да? Не то слово, что жалко. Ладно. Едем дальше. Едем дальше. К Жене осталось еще 7 км в ту сторону. Нифига себе! Глуши мотор. Женя, привет! Привет! Физкульт, привет! Привет, дорогие мои! Папа, мы забыли... Чё, горячий чай есть? Ух ты, как хорошо! Ну, есть, конечно. Горячий чай, что ли? Да. А, блин, я думал, горячий шоколад. Все, давай, спускайся. Евгений Александрович, ты куда такой модный собрался? Ну, после отпуска, блин, считай, как ты думаешь. Подписчики, привет, братва. 100 лет вас не видел, уже не разговаривал, наверное, 100 лет. Блин. Мать, Михей, все отлично у меня, с отпуска вернулся. С отпуска в тайгу вернулся. Если бы не ходил, это тот. Да ты чё? Ну чё, сейчас расскажешь, что и как? Конечно, расскажу. Давай. Всё, сгружаемся, да, и идём в избушку. Ну тут просто всё парадно-выходное, слушай, ну... Просто красота. Красотища неописуемая. О!
Уже появилось что-то. Привет. А ты как сюда залез? А, понятно. Фу. Ты что, уже все почистил? Да, ну, нас потихоньку чищу. Почти. Что говоришь? Могу спуститься. Пойдем, я знаю, что ты все можешь. Оп, туда. Все нормально. О. Так. Сказать, как я залез? Ну понятно, что. По лестнице сначала. Потом туда, да? Оп, и вот так. Ну пойдем в избушку. На курьих ножках. И упади, смотри. Смотри, говорю, не упади. Ну вот. Ой, какая тут красота! Ой-ой-ой-ой-ой. Чё говоришь? Ну, конечно. Ой, слушай, ну просто досвидос. Прямо какая-то викторианская Англия, слушай. Ё-моё. Такой комфорт в избе. Ё, пернабалет. Тепло. Слушай, чё, как, не замёрз? Было же где-то 20-21 было. А. Ну тут вот так вот и тепло, да? Когда постоянно топится, шаревишь на тебе. Ага. Понял. Блин, классно. Просто замечательно. Ну давай запускай меня. И чё? Она ни в какую. Не хочет? Не хочет, блядь. Обиделась, что в подполье я спустил. Обиделась. Конечно, блядь. Это, блядь. Ну ты её чё... Ночью она простояла, блядь, бензина свежего залил. Ага. Думаю, из-за бензина уже долго стоял. Ну? Ни в какой, свечка мокрая, и все, блядь. Откручу свечку, она мокрая, мокрая. Ну вот она ночь простояла и с полоборота завелась, блядь. Что за хрень такая? Ну, в натуре обиделась в подполье. Обиделась, ну. Это, блядь, еще и этот генератор так же будет, наверное, обиженный. Я еще не заводил. Да не, с генератором. Хотя... Чего? Закончилось, да? Иди баньку сфотографируй хоть. Баньку? А то я что, зря там подметал, блин. Сейчас иду. Здесь окно было? Ой, полы помытые. А здесь окно было? Конечно, было. И здесь было, и там было. Блин, я хочу вот этот камушок. Ну, это же баня. Тебе нравится этот камешек? Да. Да. А мне нравится эта баня. Хочу в этой бане помыться. Ну я тоже вообще-то я хотела спросить. Да, но ее же надо натопить. В следующий раз обязательно закажем. И будет баня, да? Приедем в баню, помоемся. И потом вечером уедем. Ты знаешь, как махом нагрелась, когда я первый раз затопил? Да? Махом, на секунду, это задышать нельзя. Ну тут ага, как в парилке, блин. Но все равно хорошо. Не закрывай дверь. Не закрывай, пусть проветрится немножечко. Нормально. Да, отлично. Я там еще камень. Да можно, наверное, и без перегородки. Ты бы ее хоть раз, ну как бы протопил, прокочегарил на всю катушку. Сейчас ты видишь, не могу, я даже раскалываю. А. Снег-то кидаю, он еле-еле. Ну, понятно. Рука что-то отказывается. Ну, надо. Сейчас оклемаешь, нормально. Понятно. Снега сегодня флягу набрал. Сейчас тает. А, сейчас ты воды натаешь? Ну, а что, я же лед не буду сейчас долбить. Да и долбить не смогу сейчас. Все, понял я тебя. Я тебе говорил про Якутск. Ага. Вот. Так. Евгений Александрович сейчас привет и передаст. Но... из тайги. Мама,
Жив я, здоров, с отпуска вышел. Сейчас на новом месте адаптируюсь опять по-новому. Это, наверное, минимум еще полнедели, блин. Михей, семья Михеевская, привет большой. Вернулся до хаты я. Короче, у меня все нормально, не переживайте. Якутск. Ксюша, Ваня, привет большой. Ксюша, готовь эти, блин. Как это, блин, саженцы или как это? Укроп, да, лук. На посадку, блин. Скоро уже это, садить надо будет. Огород. Огород, блин. Ну, я привезу обязательно. Ну. Да, Маша Бурцева. Дай бог тебе здоровья. Привет большой. С тех мест, где нет невест. Паша, шиномонтаж. Привет. Коля. Привет. Шиномонтаж. Ребята, вы серьезные? У меня были с Якутска ребята. Заезжали к вам на стройку заезжали. На Губино. На Губино заезжали на СТО, на шиномонтаж к вам. Очень сильно хвалили, короче. Говорят, молодцы ребята. Быстро, аккуратно. И все чудно сделано. Спасибо. От ребят, говорят, будешь передавать привет. И от них тоже привет я передаю. Так что все классно, ребята. Привет вам с тайги. Все нормально. Я уже переурался, с отпуска перешел. Ну и ты, Корефан. Узнаешь меня? Да я жду летом, как договаривались. Подъезжай, порыбачим. Это уже отдельная тема, да? Я имя говорить не буду твое. Все догадаешься. Все поняли, наверное, о чем. Леха, Хабара, Хаварас. Учись давай, не покладай руку. На тебя все надежды. Давай, дорогой, держись там. Так, Кешка, Нюрба. Я уже дома, блин. Не проехал ты, вот видишь, блин. Я уже адаптируюсь потихо, бля. Прихожу в себя, бля. Ну и все, ребята. Ну, матери, подписчики, вам отдельный поклон низкий, бля. Ребята, все нормально, все движется своим путем. Завтра, наверное, банька будет у нас, блин. Олеся, попрошу, наверное, дровишек наколет, блин. Да, конечно, короче. Да, блин. Да я растоплю, бля. Снегом помою все. О чем речь? Так что все нормально. Я вот не знаю только веники, когда заготавливают. Веники, когда заготавливают? Да. Ну, как только сок наберут, да. Специально же момент надо. Да, как только сок наберут, как только зеленые станут, хорошие, пушистые. Их же обязательно сушить надо, да? Их обязательно надо сушить. А потом надо не в кипятке, а на пару, чтобы они не разлетались. Вот так. Ясно. Ну, это тонкости. Да-да, там сахар. Ну, слушай, как стол тебе? Ну, нормально ж. Да ты чё? Забрали? Тот там хоть не мешает мне. Да, просто... Кресло хорошо стоит. Я говорю, викторианская Англия прям. Мне вообще гимн так не творится, как здесь. Чай надо вот так. У меня вообще не такая тема, как здесь. Слушай, смотри, какая история. Мне один подписчик прислал видео. Ну, такое интересное видео. Ну, правда, он, представляешь, прислал и пропал. Я вот хочу этот. Я искал этих блогеров, которые типа этого видео сняли, но канала все-таки не нашел их в него. Представляешь? Да. Ну, оно вроде как. Блин, то ли наиграно, то ли действительно правда. Я, короче говоря, сейчас и тебе покажу, и вы тоже комментируйте. Я, наверное, закреплю комментарий. Все вроде как наиграно, вроде как актеры, или действительно какие-то блогеры, ну, как начинающие, может. Но на стоп-кадре, если посмотреть на стоп-кадре, то там, блин, не все так просто. Давайте глянем. Сейчас и Женьке покажу. А потом это все дело обсудим. Ну и, естественно, я жду... Они увидят? Кто? Ну, подписчики. Да подписчики тоже увидят вместе с тобой. Mm-hmm. Вот ты увидишь, и подписчики увидят. А вот потом обсудим. Я сначала посмотрел так, потом
еще серьезнее, потом еще серьезнее. Потом на стоп-кадр нажал, а там было вообще все очень интересно. Так, давайте начнем просмотр. Друзья, всем привет, это Лука. Привет, мои хорошие, я Настя. Итак, это наше первое видео на нашем новом канале про туризм. Дикий туризм. Давай еще раз. Еще раз. Про дикий туризм. И... Друзья, всем привет, это Лука. Привет, мои хорошие, я Настя. Итак, это наше первое видео на нашем новом канале про дикий туризм. Мы вам давно его обещали, и мы сделали. Чуть позже мы вам покажем, в каком красивейшем месте мы оказались. И где мы вообще находимся, и как это место найти. А пока давайте посмотрим, как мы подготовились к нашему зимнему походу в лесу. Анастасия у нас отвечает за лесной уют. Покажешь, что ты нам тут организовала? Ну, во-первых, это наши спальники. Как видите, они у нас зимние, выдерживают минус 20 градусов. Так, по крайней мере, написано. Но температура за бортом 7-8, поэтому должно быть комфортно. Да, и на всякий случай мы взяли с собой дополнительные припасы. Вот, например, у нас есть вот Ну-ка. Это. Чего? Ты видел? Чего я видел? Ну, вот похоже на постановку. Похоже на постановку. Да тут кто-то какая-то, по-моему. Да? А сейчас я... Под НЛО, блядь, это, блядь. Ну, я тебе говорю, но этого я не нашел. Не нашел их канала. И этот парень, который отправил, он тоже пропал. Подписчик. Вот у меня там такая переписка хорошая. Сейчас раз, все удалено, и это видео удалено. Я вот успел его скачать, а он все удалил, все, и на страницу невозможно зайти к нему. Девчонку тоже вытащили. Ну и пацана же, девку выдернули. Вот такая вот фигня. Ну, мне кажется, что, ну, как бы постановочная. Но я раз, наверное, 5-6 смотрел. Ну, самое интересное, что вы думаете об этом? И Луку, и Настю, может, кто-то знает лично. Или, может, кто-то знает канал их. Я потому что не нашел. Ну, у нас-то как бы большое сообщество. Меня много кто смотрит. Может, вы Настю с Лукой знаете лично? Полы помыты. Все как вообще. Все как надо. Скоро навигация начнется. Так, шлотки начали делать. Как же мы будем оттуда воду сливать? Как-то надо слить. Я думаю, клапан, если перевернуть, на клапан согнать ее и клапан отжать, чтобы она слилась, да? Угу. И слить. И вот эту вот часть надо делать, Олесь. Вот эту еще полностью вырывать. Идет, блядь. Вот эту вот часть. Ее надо, слышишь, что? Ее надо феном нагреть. Когда строительным феном нагреваешь, она прямо отслаивается, отходит от клея. А потом заново ацетоном мажешь, как бы клеем, и все садишь, и оно приклеивается. Ну, у меня есть дома. Ну, потом попробуем. Да, конечно, попробуем. Воду сольем. Ну, вот ты воду слей и постарайся приехать на ней. И сделаем. Вот вода. Вода, а там уже все растаяло, естественно, да? Конечно. Ну-ну.
Ну что, как ты? На видео это интересно. На видео интересно, да? На видео это интересно. Хватает. Я надеюсь, накрывать ее не надо, не замерзнет. Да нет, конечно, не замерзнет. Что, заводим? Заводи, там полный бак. Вот так. Эту херню только я не знаю. Старт. Включено, не включено. А, он. Включено. Так, и что тут все? Прогреть. Там все включено. Так, ну. Так, подожди-ка. Так, где это? Кул, а во. Сколько не работал, ты не гонял его. Да. Отлично. Увидел брючки. Да, все нормально, должно идти. А, идет? Да. Все отлично. Зарядник что-то мозги парит. Короче, все у тебя тут хорошо. Да ты что, сказка? Все функционирует. Да, все. Пилу, главное, завел один раз. Нет, она, конечно. Она просто закисла. Ну, конечно. Немножко. Я проработал, прям немножко потелякал. Как без пилы? Я вчера вот промучился. Ну, да. Все нормально. Так, ну, это ёшку хапнет, наверное. Ну, да, сейчас этот... Блин, ну просто красотища, да? Жень, привезли. Крышу надо это доделать. Крышу будешь доделывать. А, сети здесь будешь внутри перебирать. Слушай, как у тебя уютно стало? Уютно стало как-то. Ну да. А ты ту лодку накачал, да, куда-то убрал? Вон она лежит. А, ты ее собрал просто? Она же у тебя на сети, а это у тебя на реку, да? Да. Та на озеро, там тут на реку. Да все, как я говорю, в лучших домах Лондону и Парижу. Молодец, еще и запаяешь что-то, да, там? Еще туда аккумулятор такой добавлю. Один. Че себе? Будет нормально потом. Он тоже хреновый аккумулятор, но... Такой вот, добавлю один аккумулятор. Даете, Евгений Александрович. Евгений, вы меня поражаете. Конечно. Я не знал, что у вас такие таланты есть. А, это часы. А. Это радио. Да, я уже понял. Я подумал сначала часы, а радио. Радио. Да-да-да. Пошел заряд? Да. Ну, отлично. Пускай заряжается. Ну, вы даете. А у тебя и туда тропа, да? И туда тропа.
Там лыжная, тут пешеходная, да? Здесь звоню. Вот такая красота. Весело тут в избушке. Да. Интересно. Скучать некогда. А? Скучать некогда. Скучать некогда? Ну, видишь, все отлично. Ну что, дорогие друзья, увидимся дня через два с Женей. Я карту дам внизу свою. Не стесняйтесь, скидывайте. На бензин надо будет для станции, для мотора, на продукты. Ну, если если есть лишние, конечно. Ни у кого сейчас лишних нет, да. Но все же. Вот так. И про историю эту не забывайте. Пишите, что вы думаете. Постановка это, не постановка. Ну, это, короче, такая интересная штука. Фильм ужасов. Действительно, фильм ужасов. Мать, не болей. Все. У меня все нормально. Михей, счастья, удачи тебе. Приезжай порыбачить. И вам, дорогие друзья, не болейте. До скорых встреч, увидимся. Будьте всегда здоровы, никогда не болейте. До свидания. Счастья, удачи. Долго, долго. Ты где уже так заморался уже? Головой куда-то влетел. Все, все, идем, пойдем. Пойдем, пойдем. Уходит туда. Лыжная тропа. Как тут все весело стало. Тарарарара. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Все, давай, Женька. Давайте, счастья, удачи. Это точно, это нам пригодится. Все, поехали мы. Здравствуйте, и снова с вами Леонид Бутырин. Песня «Привет моим друзьям-буровикам». Не напомнит север запахи костра, лучик предрассветный в 11 утра. Снега хруст под валенком, дым от дизелей, пышку буровую и своих друзей. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех, а вот друзей своих забыл. Это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни, жизнь несет на вахт, пролетают дни. Вот взревели дизеля, на подъем пошли, АКБ чехотошный раскрутил трубу. Лязгнул элеватор, верховой кричит: май на вашу душу, мать, плюет через губу. Амбуры, дизелисты, северный народ, обветренные их лица, что их в жизни ждет? Водка, проститутки, общага, не курорт. Жизнь, она не шутка, нас несет вперед. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех, а вот друзей своих забыть — это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни, жизнь несет на вахт, пролетают дни. Вахта буровая, как одна семья, где теперь вы люди, где мои друзья? Кто завербовался, кто умер, кто живой? Мне снится буровая, как будто дом родной. Время пролетело, как замело пургой, где мы были смелыми в жизни той другой. Не вернуть те запахи багульника, цветы, краски первозданной таежной красоты. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех, а вот друзей своих забыть — это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни, жизнь счет на вахт, пролетают дни. Сколько налетали мы километров друг, запах вертолетный, керосина, дух, как птицы перелетные, полжизни мы в тайге. Раз в два года мы бываем на материке. Эх, частички жизни, искра от костра, и жизнь, как призма, покажет нам года. Вспомним близких лица, лица всех друзей, образы растают.
как дым от дизелей. Сколько судеб, сколько лиц, не упомнишь всех, а вот друзей своих забыть — это, братцы, грех. На много километров мы в тайге одни, жизнь несчет на вахты, пролетают дни.